Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, я открыл ящик за арену. Выпало мне 15 бродяг и, ко всему прочему, воблер, репульсор, так, деньги и завод. Ну что, давай быстренько с тобой пробежимся в бой. Так, противник найден, какой уровень? 41 уже, отлично, погнали. Сейчас мы накажем нашего противника. Я думаю, здесь не составит нам никакого труда. Я вызову, наверное, знаешь кого? Да, наверное, все-таки позову Тыквоголового. Посмотрим. Ты, Ракоша, вышел. Ну-ка посмотрим, быстро мы его ушатаем. С одной плюшки. Просто с одной плюшки мы врубаем. О-о-о-о-о. Напугал, надо же, напугал. На тебе. Наш тыквоголовый даже урона не получал. Ну что же, ареночку мы с тобой прошли. Так, в магазине, что нам тут дадут? Бесплатное будет какой-нибудь? Ага, вот. Ребята, скоро мы прокачаем копейщика себе. Так, забираем здесь награду. Так, делец. Друзья, естественно, сделаем подарки вам всем. Запрос. Так, подарки отправлены. Ежедневные испытания. Кто у нас здесь разыгрывается? Друзья мои, ну, Мак-рыцарь, но он мне не нужен. Потому что он у меня, по-моему, прокачанный полностью, насколько я помню. Так, если я не ошибаюсь. Да, друзья мои, мало того, что он накоплен, так у него еще 812 карточек в запасе. Блин, когда будут новые герои, а? Я уже хочу кого-нибудь новенького. Так, ну что, мы с тобой продолжаем бомбить. Да, нам в тот раз не хватило буквально одной миссии пройти, чтобы отправиться в следующий портал. А, здесь Ронин. Все, я вспомнил этот уровень. Блин, как будем... Наверное, здесь придется нам тратить с тобой наш имбовый отряд. Скорее всего, так. В любом случае, потому что здесь будет босс. Так, сейчас я хочу, знаешь, что проверить. Чей ронин будет сильнее? Мой просто вышел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И вот это вот, это плохо. Ну давай, 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 давай. Я успел, я успел. Фью. Прям от сердца отлегло. Давай, давай, мой Ронин. Накося. То-то и оно. Тигр тут еще пришел, блин. Давай, наверное, чумную позовем. Так, а вот это уже совсем мне не нравится. Вуджен еще тут пришел, эй. Так, поехали. Ты сейчас, блин, серьезно, что ли, вот это все? Ну, началось, друзья мои, ну, началось. А, мы убили все-таки бога ветра. Ха. Ну, тогда хорошо. Тогда просто замечательно. Так, вызываем ведьму. Вызвать бы ее еще. Вызвал. Так, друзья мои, я вызвал ведьму. Заряжаем. Вот и все. Просто идеально. Блин, Ронин вообще мощный, конечно, чувак. Он просто мага-рыцаря рвет. Ну. Давай, 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 давай. Пробиваем, пробиваем. Вот Джен там появился, что-то хотел пикнуть. Но видишь, мы его завалили. Друзья мои, я прошел наконец-то этот уровень. Фью. Так, и забираем с тобой, естественно, награды. Сундук Нефритовой Империи. Опа, еще 10 копейщиков, отлично. Жрица. Тигр. Ну и, как говорится, трансформатор. Ребята, 149-й телепорт у нас. Поехали. Так, это территория роботов. Как ты видишь, здесь бомбер плюс толкатель.
Здесь нам, наверное, понадобится вот этот отряд. Будем сейчас быстренько их, надеюсь, что быстренько, уничтожать. Так, у них бомбер, об этом не стоит забывать. Но первым у меня пойдет, естественно, голем. А этот толкатель сейчас будет, естественно, друзья мои, отталкивать. В наших интересах еще позвать, наверное, ниндзю. Во-во-во-во, вот что он и делает. Только ниндзю не убей. Убил. Фиксим. Так, два голема. У нас есть молния. Ну, чё, все? Шикарно. Разбираем, друзья мои, разбираем. Офигеть. Да, бомбер для того и предназначен, чтобы убивать наших дамагеров. Все. Хорошая победа. Но это только самое начало, поэтому давай-ка мы с тобой сконцентрируемся и попробуем пройти до следующего портала, если получится. Так, тот же самый отряд, плюс еще тут репульсор добавляется. Окей. Естественно, вызываем голема. Ну, а дальше по накатанной. Ниндзя. Жаба с молотом. Так, пускай он пролетит. Вызываем. Вот, уже вышел, а? Ну, ты посмотри на него. Давай, 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 давай. Ого! Хорош, парнишка. Блин, этот воблер. Ой, бомбер, точнее. Блин, ты видишь, что он творит? Молния пошла. Так, репульсор тут вообще нам не в указ. И добивка. Все. Отлично, друзья. Ну что же, продолжаем нашу эпопею. Третий этап. Здесь еще добавляется молотильщик. Фигово. Если честно, очень фигово. Так, ну что, вызываем, наверное, с тобой голем, потому что молотильщик сейчас выйдет. А за молотильщиком мы сразу отправляем вслед. Вот так вот. Да ты заколебал, а? Ну, наказали. Ты смотри, что творит. Одних молотильщиков вызывает. На! Так, молния, 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 шарахни. Не попали ни шиша. Слушай, мне не нравится вот это наше положение дел, что здесь у нас делается. Ты посмотри. Просто полюбуйся. Совсем, совсем худо все. Заморозка хотя бы поможет мне? Ну да, в принципе, как бы помогла. Давай ниндзю позовем. Молния, давай, бомби. Так, этого мы пока застанили с тобой. Ураганчик. Правильно, так его. Да что ж ты постоянно попадаешь по моей ниндзю? Ты запарил, бомбер. Просто достал уже. И что утворяет, а? Зачем я позвал БФГ? Вот скажи мне, Намила, зачем я ее позвал? Молния. Нас здесь выручила молния, потому что она как раз ударила по ним. И застанила их всех. Есть. Что-то роботы в последнее время, я смотрю, тут разбушевались. Они могли бы нас пробить на самом деле, но у них не вышло ничего. Хотя шанс был. Так, здесь нет молотильщика, слава богу. А что если мы возьмем вот этот отряд, а? Давай-ка попробуем. Тут главное держать на расстоянии, знаешь, кого? Именно толкателя. Явился, не запылился. Так, здесь нам что надо сделать? Наверное, вот так вот. И сзади уже будем вызывать тыквоголового. Нет, лучше грифу, наверное. Нет, тыквоголового все-таки. Ну давай ты!
Бумс. Так, выпустим, наверное, корни. Спасибо за карточку. Погнали. Я хочу, знаешь, кого позвать? Старого деда. Нет. Не хочу я пока вызывать старого деда. Нам здесь нужно что-то другое. Грифон, например. И корни. Ну, ты полголовый, конечно, страдает, бедолага. Давай, ребятушки, не подведите меня. Ой-ой-ой. Так, еще одного грифона позовем. И все, я думаю, здесь крышка ему. Давай, давай, давай. Проминаем. Нормуль. Так, друзья мои, последний у нас поединок здесь на фабрике. И босс... Ой-ой-ой-ой, термин. Термин 9000. Давай тогда вызывать свой наш супер-тупер имба-отряд. Так его называемый. Но, в принципе, если подумать, ребят, здесь должно быть все отлично. Так, молотильщика нет, по-моему, здесь или есть? Есть. Тогда вызываем мага-рыцаря. Тут, наверное, нам еще понадобится чумнуха. Чумнуха, так, дальше. Ведьму, что ли, заказать? Подожди, мы вот так, наверное. Ать, и Ронин попал, ё-моё. Ронин попал у меня под раздачу. Чё-то я чувствую, ребят, сейчас выйдет термин. Потому что здесь очень долго у нас все идет. Но бежит, бежит, бежит. На-ка. Хотя, вот он. Вот он, друзья мои, явился, не запылился. Хе-хей. Шикарно, шикарно. Все, победа. Ну что, первую локацию мы с тобой прошли. Ну что, наградушки, конечно, забираем с тобой награды. Сундук робота. Угу. Деньги. Трансформатор и репульсор. Так, ребята, у нас территория захватчиков. А что вообще за территория? Так, нежить здесь еще будет. Долина подданных и захватчики. Два раза захватчики, что ли? Получается так. Окей. Это у нас страж плюс морпех слизень. Давай вот так вот сделаем. Блин, расстояние, конечно, маленькое. Ну, здесь нам нужно будет вызвать, естественно, Терракошу. И за след за Терракошу, наверное, будем вызывать все-таки Грифона. Или же ты... Нет, тыквоголового. Да, будем вызывать тыквоголового. Ну давай, появляйся. Вот. Так, пошла Рубилова. Корни. Сейчас, сейчас, сейчас промнем, промнем, да. Карточку. На тебе в бубен. Еще получи. Так, он вызывает еще одного стража, которого мы заморозили. Ну, есть. Так, два тыквоголовых, это будет хорошо. Где враги? Я не вижу врагов, ребят. Корни. Все. Корни, как говорится, и тыквоголовые здесь сделали свое бравое дело. Но это была только первая миссия, поэтому идем дальше. Опачки, вот это плохо, хищнец. Так, хищнец. Мы обычно как с тобой делаем? Стоп, подожди-ка. Мы же играем вот этим отрядом, да, обычно?
Хищнец плюс молотильщик, по-моему, так у нас должно все быть. Вот-вот-вот-вот-вот, идет. Ну, замечательно. Так, сейчас еще один хищнец выйдет. Так что не радуемся пока. Давай, наказывай его. Замечательно. Опа-на, вышел, явился, не запылился, да? Тут уже все рассчитано и просчитано у нас. Ну? Я не вижу, кто там выходит, ребята, не видно мне. Потому что хищнец может перехитрить, когда они вот тут в куче все стоят, он выпрыгивает. И когда сзади никого нет, он просто добегает до базы и начинает ее бомбить. Так что тут надо быть предельно аккуратным. Бдить. О, тетя. Помним, помним мы это счастье. Пришелец опять, да? Ну, давай попробуем этим отрядом. Обычно раньше мы с тобой против пришельца брали эту, некро. Она вызывала у нас скелетиков, да, и этот тырил их. Пришелец, но здесь уже немножко по-другому, видишь? Лети отсюда. Ну что, я тогда вызываю жнеца? Как думаешь? Погнали. Интересно, он не может схватить же жнеца, верно? Куда ты вышел? Отдыхай, парнишка. На-ка. Пришелец хотел похитить. Мы его сразу хоб рубанули и все. Но тут быстро, очень быстро. Только жнец вышел у нас на поле боя. Все, ребят, он сделал дела. Так, забираем с тобой здесь награду. И двигаемся дальше. Предпоследний этап. Здесь у нас, значит, опять же хищнец. Но тут еще и тритон. Придется этим отрядом, наверное, бомбить. Но будет сложно. Зато нет пришельца, верно? Так, я жду. Хищнец, я тебя жду. Ты меня там что, подкалываешь, что ли? Специально ожидает время. Хорошо, друзья мои. Тогда мы сделаем с вами немножко по-другому. Вызываем друидку. Ну и ты дальше сам понимаешь, она тут своими тотемами просто сейчас забомбит. Вот это вот не надо, гадость. Ой-ой-ой. Все, 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 все. Хорошо тут получилось. На-ка, выкусили все, да? Опять страж идет. Давай, молотильщик, уходи. Тритон. Отражение, ребята, блин, поставил, а? На-ка, бомби свою базу, парень. Помогай нам. Я не пойму, что там вообще происходит. Там страж стоит? Да, стоял. Все. Элементарно. Все легко и просто. Кстати, кто-то спрашивал, опять же, задают комментарии, а как ты получил того или того воина? Ребят, ну, собирал карточки, как еще-то? Вот по-другому никак. И я не донатил в эту игру ни рубля. Все своими силами. Так, у нас, ребята, страж пустоты здесь будет, поэтому я взял свою имбовую команду. Мне просто так быстрее. Можно, конечно, другими отрядами проходить, но мы тогда будем с тобой наверняка не проходить с первого раза. Тратить попытки. А зачем нам это нужно? Так, пришелец. Улетай, улетай отсюда. Я не хочу никого вызывать здесь. Ронин. Тих. Рубанули, отлично. Так, прыгун. Чумнуха.
А, он Ронина хотел забрать у меня. Вот жучара, а. Все. Ну тут быстро, да? Не страж пустоты, а лорд пустоты. Правильно, вот так его увеличать. Ну что, ребят, забираем здесь сундук. Это все у меня прокачано. И следующая территория — нежити. Кто у них тут? Банши плюс голем. Ну тут, наверное, нам также надо брать. Где голем, где жаба с молотом. Против банши мы, наверное, будем с тобой делать кого? Да ниндзя подойдет, в принципе, здесь. Да. Поехали. Так, тихо, родные мои. Доралась карга старая. Так, наверное, еще надо позвать ниндзю и молнии. Будет враг, ну выходи. Заморозили. Ну, две ниндзя, конечно, тут, ребята, полный разгром. Издалека они наяривают, будь здоров. Все. Даже хрюкнуть не успела. Единственное, что у нас с тобой на этом отряде заканчивается энергия. Ёпрст, ты зачем я сделал? Там же прыгун, ребята, там прыгун был. Трындец, сейчас начнется. В плане. А почему ты так стал делать? Блин, я-то немножко по-другому рассчитывал. Тогда делаем так. Ведь прыгун должен выйти. Да что ж он не выходит, а? С пантологи меня, что ли, сбивает? Нет, вот он явился, ребята. Он явился, но мы его забомбили. Давай, наверное, БФГ позовем. Опа! Это хорошо, что у нас ураганчик выпал вовремя просто. Да, друзья мои, это просто повезло. Ну? Да. Если бы у нас бы не выпал ураганчик, прыгун бы пробежал бы. Понимаешь, к чему я клоню? Он бы рванул бы и уничтожил бы меня. Ну, по крайней мере, нанес бы повреждения по моей базе. И нам бы пришлось переигрывать. То есть это минус один ход. Так, здесь у нас когтистый выступает. Ну что, мы, наверное, с тобой... Можно вот этот отряд, в принципе, взять. Он неплохой. Тут есть у нас такой головы, который когтистых этих будет валить, как семечки, да? Плюс еще терракоша. Так что это будет оптимальный вариант. Поехали. Блин, они тут вдвоем. Вот как у него хватает, вот, ребята, скажи мне, энергии выпустить сразу вот такой вот отряд? Ну это же нереально. На. Получи. Корни. Выходи, родной. Так, выпускаем ниндзю, точнее самурая. И еще одного тыкоголового. Вот это я понимаю. Так, дедуля, ты не хочешь прогуляться у нас, а? Наверное, хочет. Ну-ка. Вызываем, наверное, деда. Корни вначале вызовем. А теперь деда. Вау, бежит такая машина для убийств, смотри. На-ка. Ускорение. Да, друзья мои, все. Забомбашили. Великолепно, мне нравится. Так, ну что у нас дальше с тобой по прогнозу дня?
Сколько там еще? Еще две миссии. Опа. Служитель тьмы плюс прыгун. Служитель тьмы плюс прыгун. Наверное, вот это возьмем с собой отрядик. А здесь у нас... Ну, друидка, сам знаешь. На что она способна, что она может сделать. Так что ждем. С кого начнет? С прыгуна, наверное, да? Так и есть. Так и есть, друзья мои. Надеюсь, у меня паладин все-таки. Да, это хорошо, что он еще без истерики вышел. Поэтому все нормально. Так, молотильщика вызовем в помощь. Так, вышла там банши. Опять идет. Есть, запинали моего. Ну что, друидушка, выходим? Блин, служитель тьмы. Иди-ка сюда, парень. В топ у тебя. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Прыгун. Этот пока прыгун с тотемами борется, мы его запинаем, да. Плюс паладин. Ураганчик. Да все, тут уже крышка, ребят. Ха-ха. Замечательно. Так, остается, по-моему, еще одна миссия. Нежить. Так, здесь у нас будет дед. Ну что же, дед, давай поборемся, дедулечка. Интересно, а кто сильнее, дед или ведьма? Мне кажется, дед будет сильнее, чем ведьма. Знаешь почему? Потому что дед, он бьет и оглушает. А тех зомби, которых делает наша ведьма, ну это вообще ни о чем. Это просто ни о чем. Ох-ох. Ты опять за свою, опять своей старой командой, да? Появился тут. На. Так, через отражение бьем. Давай, прыгун, выручай. А вот это нечестно. Хоба. Вот что делает прыгун, ребята, в ярости. Порвал всех, кто стоял рядом. Просто порвал. Там стоял служитель тьмы и, по-моему, голем он добил своими когтями. Ну что, забираем сундук нежити и смотрим, что нам тут выпадет. Тыквоголовый. Я вот тысячу лет, ребят, уже не видел. Слушай, а по-моему, у меня зомби... Сейчас я посмотрю. Вот этот вот зомби-камикадзе, он не прокачан у меня по полной программе. Ну-ка. Хотя нет, ребята, все полностью он прокачанный. Вообще, из нежити у меня, считай, много кто прокачан. Не считая, конечно, ведьмы. Пряничный домик. Про привидения я вообще молчу. Вообще карточки не выпадают. Жнец еще не прокачан полностью. Когтистый. Служитель тьмы. Сам дом с привидениями не прокачан. Ну да. Раз, два, три. Раз, два, три. Все-таки, друзья мои, смотрите. Раз строчка, два строчка и три. Три полные строчки, да? А здесь раз, два и три. Все-таки у роботов меньше. Меньше юнитов. У нефритовой империи тоже меньше. И у захватчиков меньше. У людей, по-моему, самое вообще. Смотри, раз, два, три. И четвертая строчка. Да, самые прокачанные, ну как, не прокачанные, самые такие мощные расы. Это получается раса подданных и раса нежити. Так, ну что, мы с тобой идем дальше. Это у нас долина подданных. Фехтовальщик плюс рыцарь. Ну, здесь будет немножко попроще, надо только вот... Вот это, наверное, отряд вызовем. Потому что фехтовальщик, ну, он очень офигенный дамагер. Он будет пробивать моих вот этих всех щитоботов. Поэтому вместе с ним пойдет у меня молотильщик. А он немножко по-другому стал делать.
А, вот ты как. Хорошо, хорошо. Молотилечка, вручай. Блин, они оглушили. Так, я думаю, что это им не поможет. Ага. Ураганчик еще плюс. Отлично. Прекрасно, смотри. Рвем просто их всех. Давай вызовем, наверное, еще одного всадника. И добиваем. Вот так. Ну что же, победа. И мы двигаемся с тобой далее. А дальше у нас там второй этап, да? Фи, копейщица какая-то там появилась. Это вообще нам не в указ. Копейщиц мы с тобой сразу рубим. Ай-яй-яй, подожди, подожди, подожди. Этот-то сейчас начнет тут наяривать. А, мы его оглушили. Хи-хи-хи. Мне нужен, блин, вот. Какой он бесевый, а? Бесит. На. Значит, погибать-то не готово. Ну-ка. Тут и оно. Так, там рубанули. Денежку мы забрали. Замяли, замяли мы их. Ха-ха. Заморозка сработала еще вовремя. Отлично. Пока, ребята. Все, ребятулик мы порвали. Ну что, переходим с тобой на третий эпизод. Слушай, пока идем ровно. Но у нас всегда так идет. Ровно, ровно, ровно. А потом пумпс, и все как-то через одно место. Вот он, кстати, фехтовальщик. Ну-ка. Ну, здесь в первую очередь нам надо позвать Таракошу. Успеть. Я думаю, мы успеем с тобой его вызвать. А за него надо будет позвать тыквоголового. Обязательно, ребят. Смотри, что, как, смотри, как кромсает, а. На. Так, 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 тихо, самурай, выходи. Корни. Ага. Совсем другое дело. Блин, рыцарь, ты запарил, а? Давай-ка вот так еще сделаем с тобой. Тьф, оттуплилась. И грифона позовем. Мощь империи. Квест завершен. Давай вот так вот сделаем. Еще одного, как говорится, самурая позовем. Хотя он здесь уже и не нужен, мне кажется. Ну ты сам видишь, что происходит. Обожаю, когда так все делается. Прошли. Даже глазом не моргнули. Так, здесь забираем с тобой награды. И двигаемся дальше. Предпоследний поединок. Вон, друзья мои, вот это вот плохо. Здесь уже бродяга. Как нам тут с бродягой-то быть, а? Ладно, попробуем. На свой страх и риск я взял вот этот отряд. Ума не приложу, зачем. Сейчас бродягу вызовет. Это понятное дело. Так, мы будем с тобой бродягу поджидать вот здесь вот. Да-да-да, именно вот для этих дел. О, уже два зомби. Плюс вызываем клетку. Стоп, 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 стоп.
Е, подбили мы его. Так, он наверняка еще бродягу вызовет. 100% тебе говорю. Вот он идет. Не понял. А как он так? Ты видел? Он шел, подрался. Через некоторое время Банс опять становится невидимым и проходит. Нифига себе фокусы. Я не знал, что он так может. Так, друзья мои, ну тут у нас король, да? Король. Давай вот этот возьмем свой отрядик. Незабвенный. Квест завершен, тактик. Мне вот нравится задний фон, который здесь у нас. Стрелы летят, там замок, да? Щиты, ну типа как поле брани. Ну вот и вышел первый Охламон. Давай, наверное, сделаем так. И Ронин. Эх, Ронин не спеша пошел, а. Давай, давай, Ронин ее. Опа. Прыгун. Вот зачем я сейчас потратил суперудар, скажи-ка мне на милость. А хотя нормально. Все. Король в последнее время вообще, ребята, не выходит. Я уже и забыл, как он выглядит, если честно. Слушай, мы все с тобой задания выполнили, кроме любитель витрин. Зайти в магазин и что-то там глянуть. Ну вот я глянул. И квест все равно не выполняется, да? Может быть, сюда надо зайти? Не хочет выполняться. Так, друзья мои, забираем сундук. Так, вот этот карапуз мне нужен для прокачки. Так, и у нас территория захватчиков опять. Угу. Здесь уже не слизень морпех, я смотрю, да, а жаба с пушкой у него. Жаба с пушкой. Окей. Давай посмотрим. Кого он там сейчас будет вызывать? Нам вызвать главное таракошу. А там уже пойдет. После таракоши мы вызываем, естественно, тыквоголового, да? И все у нас будет чики-чики. Самое удивительное, что он очень медленно идет, и мы успеем с тобой как бы, ну... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, родной. Так, где мой тыквоголовый? Давай, выходи. А он, кстати, может замораживать. Ох, еще и отталкивать. Да-да-да, кстати, я только сейчас вспомнил, что он еще и отталкивать может. Ну, готовы. Самурай, молодец, спасибо тебе за твою истерику. Нифига не бомбят, почти от базы до базы достреливают головами своими. Месиво. Ну, добили. Как-то так, друзья мои, как-то так. Это была первая битва. Так, двигаемся дальше. Ну, здесь ничего сложного нету. Здесь то же самое. Так, вот единственный вопрос. Что у нас энергия с тобой заканчивается? Блин, ну вот этот, как его звать-то? Ползун, он как бы здесь, ну, если честно, вообще не в тему. Нам понадобится здесь Джиггернаут и Баллиста. И все. Поэтому мы с тобой сейчас вызовем именно Джиггернаута. И сразу сзади Баллиста пойдет. Опа, тихо. Так, немножечко меня отвлекли, но ничего страшного. Ничего, ребята, страшного. Так, Тритон, ты запарил. Я хочу просто жнеца позвать, ребят. Вот он, мой красавчик жнец. Лежит, наяривает. На! Получи. Блин, смотри, какой страж крепкий. Его даже
Жнец три раза должен бомбануть. Хотя дамаг у него приличный. Ну, все. Победили мы здесь. Так, друзья, мы идем сразу на следующий поединок. Бородавочник. Блин, бородавочник, ребята. Так, он, по-моему, тоже стоит приличное количество денег, поэтому я успею Джаггернаута вызвать. Должен успеть. Главное, чтобы он без разбега пошел. Вызываем. Нет, ну как же он будет без разбега, ребят? Ну... Где это видно, чтобы он без разбега пошел? Ага. Так, баллиста, давай, выходи. Так, замечательно. Клетка. Опа, и поймали мы их сразу всех. Не всех. Давай, 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 бомби, расстреливай их. Блин, тот страшен, достанет, а всех. Раскручили мы его. Так, что нам дальше? Джаггера позвать. Позовем Джаггернаута с тобой и клетку. Сердечко, сердечко отдай. Все, забомбим. Прекрасно, пилон еще получили. Так, ребята, и остается у нас с вами, по-моему, всего лишь две миссии. Подожди, две миссии, а дальше что у нас? О, портал? Блин, отряд-то какой, ребят, смотрите. С хищницом. Ладно. Надеюсь, мой големчик здесь устоит против хищница. Будем надеяться. Давай, давай, давай свой прыжок делай. Да-да-да, получается все, да? Отлично. Еще один, блин. Ну, ударь ты по нему. Есть. С одной плюшки выносим. Слушай, ты заколебал. Блин, что-то как-то мне не нравится этот расклад весь. Вот. Совсем другое дело. Ну ты-то куда? Куда? Вот куда ты бежишь, а, парень? Тебе мало было, что ли? Тритон ты запарил. Так, где моя богиня солнца? Выходи. Что-то они тут вообще раздухарились, посмотри. Молния, погнали. Вот, совсем-совсем другое дело. Жги, жги их солнцем своим, жги. Ты запарил, а? 57 секунд, друзья мои, 57 секунд. Мы пробили их. Отлично. Фу, я уж подумал, что сейчас сфейлимся. Нет, все у нас прокатило. Ну что, у нас последний эпизод. Здесь мы берем с тобой, естественно, наш вот этот отряд. Ну и погнали. Так, у него бородавочник там, да? Хищнец. Кто у тебя там появится сейчас в первую очередь? Наверное, с бородавочником начнем, да? А мы тогда с тобой начнем с Ронина. Тихо, 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 куда ты? Да, бородавщик у них силен, тут ничего не скажешь. Шух, и все. Да, ну тут, конечно. Блин, ничего не успеваем сделать, прикинь. Стоп, 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 куда ты? Фига, он уже побежал, ты видел?
твою налево, слушайте, этот смотритель появился. Ё-моё, да ладно, мы еще и не победили его. Да ну хорош, блин. Что-то какой-то трэш пошел, посмотри. Так, наказали. Наказали. Так, я ведьму вызову сегодня или нет? Да они не дают мне ее вызвать. Ёк-макарёк, ребята. Вот это фейл. Я вместо бойца вызвал прыгуна. Ты прикинь? Вместо Ронина я вызвал прыгуна, и он перескочил просто-напросто через этого. Ладно, ускоряемся. Это, конечно, было глупо. Сфейлиться на последнем этапе. И как теперь мне проходить? У меня же... Ё-моё. Да у меня, по-моему, здесь и энергии-то нету. А, нет, есть, вот на этом отряде. Попытаться пройти этим отрядом? Блин, я не знаю, ребят. Насколько тут велик шанс. Нет, ну если жнеца позвать, то, конечно, будет все хорошо. Если успеть его позвать, да? Все шансы у нас есть. Ой! Тихо-тихо-тихо. Прыгай давай, засранец. Так, ну теперь, как ты понимаешь, должны вызывать баллисту. А после баллисты уже жнец пойдет. Тут, конечно же, ловим в клетку. Ну... Да будем мы, блин, сегодня бомбить или нет? Ой-ой-ой-ой-ой. Смотритель, друзья мои, смотритель. Поймаем мы сегодня кого-нибудь или нет? Я в шоке просто. Я просто в шоке, что-то происходит, ребят. Смотрители уничтожили. Своими причем силами. Так, жнец, выходи. Клетку выпускаем. Давай, давай, родные мои. Пошли, пошли, всем отрядом. А, у нас времени-то еще дофига, что я волнуюсь-то? У нас по времени все отлично. Так что можно расслабиться. Нам главное не получить урон по базе, и все. А вот это зря. Вот это было зря, конечно, сделано. Все, друзья мои, прошли. Мы прошли с вами последний этап. Естественно, идем за наградами. Здесь нам достается кто? Лорд пустоты плюс жаба с молотом. И роща, эльфы и жнец. Вот это я понимаю, вот это награда. Так, ребята, здесь нежить. Здесь у нас долина подданных. Нефритовая долина, захватчики и роботы. То есть вообще ни одной повторки нету, прикинь, ни одной. Поехали. Еще пока есть энергия, можно поиграть, да? Кого здесь вызовем? Зомби... Ой, подожди. Зомби против зомби. Ну? Выходи. На одних зомбарях сейчас с тобой пройдем. Угу. Угу.
Ну вот это надо было не делать. Давай, 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 наяривай там. Вот камикадзе, да, конечно, когда появляется, он взрывает, ребята, всех вокруг. Но это его не спасло. Забомбили, прошли. Так, что у нас еще дальше? Дальше прибавляется, ага, когтистый. Ну что же, у нас только один отряд, ребята, есть. Им именно мы будем отыгрывать. Но здесь довольно неплохой отряд. Здесь у нас щитобот. Погнали. Отлично, просто. Так, а вот здесь уже похуже. Палыч, Палыч, выходи. Потому что когтистый, он может даже задеть до базы своими когтями, лупануть, короче, одним словом. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас взрыв, все взорвутся, да? Почти так и получилось. Угу. Да уйди ты отсюда, зомбарь. Слушай, нам нужна друидка здесь. Успеем вызвать ее, а? Успели. Ну что, кромсаем, кромсаем, кромсаем базу, ребята. Не расслабляемся. Давай вот так вот еще всадника на журавле вызовем. Ех. Отбили. Слушай, ну неплохо. Мне понравилось. Очень даже круто мы сыграли с тобой здесь. Энергия есть еще где-нибудь? Нету, да? Нету. Ну что, друзья мои, тогда нам придется завершить эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!